Марка Hyundai раскрыла второе поколение кроссовера Creta. Правда, пока машину выводят только на рынок Индии. Сюрприза не случилось. Индийская Creta оказалась клоном китайского паркетника Hyundai iX25, но с другой решеткой радиатора. Индийская пресса обещает, что отличаться должен и салон, но пока интерьер Creta остался нераскрытым. Гамма двигателей заточена под местную публику. Это классический атмосферник, а также пара турбомоторов – бензиновый и дизельный. Полного привода нет вообще. В Индии паркетники хорошо продаются и с двумя ведущими колесами. Зато такие машины стоят дешевле. О российских перспективах новой Креты говорить рано. У нас еще только готовится рестайлинг первого поколения. Значит, второе придет только через 2-3 года. Бразильская компания Troller представила новый внедорожник под названием TX4. Это небольшая фирма, которая ежегодно продает около 1500 рамных вездеходов. При этом Troller принадлежит концерну Ford, поэтому активно используют фордовские детали. И новый джип не исключение. По большому счету, новинка является развитием модели T4, первое поколение которого появилось больше 20 лет назад. Поэтому рамная конструкция, жесткий полный привод и пятицилиндровый турбодизель никуда не делись. Зато появился шестидиапазонный автомат от пикапа Ford Ranger. В салоне свежий интерьер и современная медиасистема. Правда, оценить все прелести нового Троллера смогут только бразильцы, так как на экспорт машины не поставляются.